видно, что Казанский университет за последние несколько лет кардинально вообще изменился, и я думаю, просто его развитие очень большое. И очень важно, что у вас в университете развивается на базе институтов в Федеральном университете, развивается междисциплинарные исследования. И мне особенно понравилось, как вы развиваете биологические и медицинские исследования, сопрягая их вместе с исследованиями на физическом и химическом, ну, я говорю, по старому факультетах, институтах. Высокий уровень может сохраняться только благодаря развитию, совмещению образования с исследовательскими программами. И вот Казанский университет делает это, слава Богу. И ему я пророчу хорошее будущее.